Добрый день. В ремонт попалась стройка, 1,80 м высотой. На нем стоял самый маленький компрессор на 220 вольт, весом 3,5 килограмма, как мы видим, Сикоп HXD35A. Вот, собственно говоря, его рама данного компрессора. То есть компрессор у нас заклинил. После расклинки он, соответственно, не качает. То есть вот такой вот у него нестандартный клеммик идет. Клемма для заземления. То есть обычное реле сюда не одеть, то есть позисторное. У него есть свое позисторное реле с конденсатором рабочим на 1,5 микрофарада. Вот я его порезал, посмотреть, что здесь произошло с ним. То есть коленвал вращается, но иногда цепляет. То есть вот бывает момент, что зацеп уходит. То есть сейчас вытащу этот механизм. Вам покажу, из чего здесь состоит. Как мы видим, здесь трубка нагнетания не стальная, а уже пластиковая. То есть масло у него есть в наличии, там небольшое количество. То есть вот такая вот трубка идет. То есть можно при нагревании ее просто поплавить, то есть если пользоваться мап-горелкой. То есть глушитель, ну как мы видим, обмотка медная идет, на удивление, кстати говоря, 15-й год. И обмотка при этом медная, то есть у данного компрессора. Сейчас я его разберу, чтобы посмотреть, что у него произошло. Ну, как мы видим, здесь завальцованная идет головка цилиндра, где находится у него клапана. То есть снимается крестовина. Сразу выходит глушитель нагнетания, всасывание. То есть вот мы видим, вот такой вот идет глушитель. Один, второй. И как мы видим, проблему. То есть видите, всасывающий клапан у нас обломался. То есть вот такая у него произошла проблема, и он, соответственно, подклинил. То есть, здесь у нас полностью завальцованное. То есть вот такая вот проблема с клапаном. Вот, собственно говоря, весь его механизм. В принципе, он не сильно сложный.